смотрите Life News. Мы продолжаем. Олигарху Виктору Батурину после освобождения из колонии выдали зарплату 600 рублей и еще 12 на проезд до его дома в Элисте. Бизнесмен, правда, решил не пользоваться внезапно свалившимся на него богатством и предпочел общественному транспорту BMW X5. Кстати, щедрость колонии границ не знала. Помимо уже упомянутых денег, Батурин получил еще 850 рублей. Это единовременное пособие. Во время заключения бывший вице-президент НТЭКа вытачивал шахматы, за это и получил 600. Впрочем, сам олигарх рассказал нам, что сумел заработать намного большую сумму, не покидая место лишения свободы. В прошлом году вырастил 3000 уток, продал, заработал около миллиона рублей. Все отдал нашей Русской Православной Церкви. Бизнесмена Виктора Батурина освободил Республиканский Верховный Суд Калмыкии. Оставшийся срок, это 2 года и 10 месяцев, ему заменили на штраф в 300 тысяч рублей. Посадили олигарха в 2013-м, тогда его признали виновным в мошенничестве с векселями компании «Интека». Ущерб оценивали более чем в 5,5 миллиардов рублей. Где же деньги?